Индонезийские власти объявили о полном прекращении операции по поиску затонувшего в Яванском море авиалайнера компании Air Asia. Глава индонезийского ВМФ принес извинения семьям погибшим и объяснил, что дальнейшему поиску лайнера препятствуют неблагоприятные погодные условия. 26 января спасатели в очередной раз попытались поднять фюзеляж самолета, где, по их мнению, должна находиться большая часть погибших пассажиров. Однако попытка вновь окончилась неудачей. Всего на данный момент найдено лишь 70 тел. Напомню, пассажирский лайнер Air Asia, летевший из индонезийского города Сурабая в Сингапур, пропал с экранов радаров 28 декабря. На его борту находились 162 человека.